Бля, Евангелион топ, вообще дикий же. Какого? Сразу говорю, это сугубо мое мнение. Я никому не пытаюсь что-то навязать. Можете не смотреть это видео и даже написать коммент типа «Автор тупой чмо, аниме топ». Покажи! Ну и ну! Честно скажу, немножко устал от такого количества хипажорных аниме в этом 2180 году, так что решил просто разобрать тему отцов и детей на примере Евы и Милого Франски. Разберем по порядку сие шедевр. Да, все мы понимаем, что в большинстве случаев как минимум половина тайтлов этого года переоцененное говно. Настоящий из гарема, слюней и подобного. Но Франск не относится к этому гетто. Франск — это как Джотара, молодой крепкий чеченский воин, ломающий все на своем пути. Ну а Ева — это как дед Джозеф, потертый временем, но в то же время еще может усадить тебя на бутылку. О, отсылка к Джоджо. Стоп, ну я же не смотрю аниме. Точно? Точно! Ева на фоне Франска — это как устаревшая модель айфона, но как правило что-то новое, давно забытое старое, но со своими прибабахами. Взять даже в сравнении классических мехов и новых, так сказать трендовых, разница очевидна. Синди от одной только мысли, что в таком новом мехе мог бы делать Саска, обливается слюнями и слезами, тыкая при этом себя вилкой в почку, плача в углу. Хотя, возможно, и не Саской. Сравнение старого и нового, как правило, ни к чему не приводит, ибо что-то новое через 20 лет станет старым, а то, что было старым, станет классикой. Так что я уверен, через каких-то 20 лет я сделаю видео на сравнение классического Милого Франски и какого-нибудь хайпового личинуса в Трансе 3000. Новые тайтлы были, есть и будут. Никуда от этого не уйти. Ну разве что... Если каких-то 10 лет назад Боку ну Пика, Тетрадь Смерти, Цикады для нас были чем-то новым, то сейчас подобного очень много, как горячих пирожков на прилавках Азура. People have it, а большего и не нужно. Что-то я спустился с темы. Суть в том, что это абсолютно разные аниме, нет смысла их сравнивать. Я делаю это только ради какого-то движения на моем канале. Кстати, и на это я не рассчитываю. Саня, блядь! За Саня, ёбану! Поехали домой уже, Саня! На этом у меня все. И смотреть данное видео я крайне не рекомендую. Лучше пожалейте свое время и посмотрите те же самые аниме приколы. У меня давно уже есть группа ВКонтакте, так что если хотите, можете зайти туда, там нет ничего. Вам пора. И вам пора. С вентилятором заводом заключать договора. Заключать договора.